Глаз змеи. Точно. Другого выхода нет. Ну ладно. Кажется, там внизу храм. Чья это работа? Их сделали не Майя и не Инки. Здесь высоко, но я могу спрыгнуть. Они принесли в великий храм священный предмет. Ларец Ишчель. Что это было?
Наверху. Это просто шум. Видимо, это те самые пропавшие бойцы.
Thank you.
Ты посмотри, что за этой дверью? Ларец может быть здесь. Хорошо. Осталось чуть-чуть.
это обнадеживает. Зашли. Эти фигуры, они как те существа, только красивые. Я Ашиль. Богини защиты. Серебряный ларец и шчель выковали в раю и принесли на землю. Существа создали ларец. Ни ложные боги, ни фанатики не смогут пройти. Они охраняют его. Вот почему они так на меня кидались. Ларец прибудет здесь, пока солнце не родится вновь. Здесь. Значит, он здесь. Затмение и цапля. Татуировки на руках Унрату. Но где же ларец? О нет, фаршок. Thank you.
Наконец-то добралась. Пригодится. Да. Придется прыгать. По-другому никак.
scars will be counting. As long as we fight it together, we can turn it. Disaster.